самый красивый день осени в самом красивом жилом комплексе нашего города. Саровская Ривьера собрала на своей набережной всех тех, кому не безразличны чувства стиля и современные модные тенденции. Под этнические и музыкальные мотивы на подиум первого в городе фэшн-уикенда выходят девушки в русских костюмах. Ручная вышивка, сарафаны и пышные юбки, насыщенная цветовая гамма, украшения и оригинальные головные уборы. На создание этой коллекции дизайнера Елену Бабинову вдохновил русский народный костюм. Естественные, яркие, артистичные. Было видно, насколько им приятно чувствовать себя в этом образе. И эти костюмы, которые они на себе примерили, и движения. 25 саровчанок и две совершенно разные коллекции. И все это в неожиданной для дефиле локации на фоне современной архитектуры жилого комплекса «Саровская Ривьера». После коллекции в русском стиле на импровизированном подиуме набережной реки Сатис появились девушки в стиле пинап. Показ мод для нашего города – это событие выдающееся. Я даже и не вспомню таких. Поэтому мне было очень интересно пообщаться с людьми вживую, ну, полюбоваться, конечно, моделями и самой примерить костюм. Сегодня в фэшн-индустрии популярно понятие «народная модель». В последние годы модные дизайнеры отказываются от общепринятых стандартов красоты 90-60-90 и делают выбор в пользу интересных типажей простых девушек. Маргарита Степанова участвует в показе студии «Дело вкуса» уже во второй раз. «Дело вкуса», и вот мне прям очень по душе ее наряды. Я была поражена первый раз, когда увидела их и участвовала. Когда встал вопрос о втором разе, даже не раздумывала. Девчонки все супер позитивные. У нас на репетициях сложилась такая дружественная атмосфера, что, я думаю, все чувствовали себя сегодня на высоте. К показу моделей готовила целая команда специалистов сцен движений и пластика от хореографа, модный образ, созданный руками профессионального дизайнера одежды, визажистов и парикмахеров-стилистов. Все утро мастера студии «Фреш» трудились над прическами для народных моделей. Все очень здорово, потому что то, что я хотела, я получила, это фан, это драйв, это очень весело, это прикольно. Это не очень простая подготовка, потому что 25 девушек, 25 собрать на репетицию, это было очень сложно. Но тем не менее, все приходили, все были в настроении, все были счастливы. День красоты на Саровской Ривьере удался. Зрители и участники фэшн-уикенда наслаждались отличной погодой и красивыми коллекциями одежды. А те, кто посмелее, принимали участие в конкурсах и получали ценные подарки от организаторов. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.